в Зеленоградске умудрились вот такие вот обрубленные деревья сделать декоративными. И вот они нисколько не портят внешний вид города. И там за ними стоит памятник великому вождю пролетариата Ленину. Вот здесь написано «Кофе Крендель». Так выглядит аппетитно. А вот здесь вот карета, украшенная еще новогодними игрушками. Ель стоит рядом с ней. Она подсвечивается. Фонарики вот стоят. Улица полностью мощенная. Меня прямо восхищает европейский уровень, культура этого небольшого курортного города.